Всем привет, дорогие друзья, с вами Стив. Сегодня мы продолжаем играть на самом РПшном сервере под названием Underfoot Roleplay. Ну что ж, как я и обещал, сегодня мы работаем водителем инкассатора. Вот, заходим сюда, пишем Джоя, ну и все у нас отлично, мы с вами работаем, да? Так, ну я как бы уже устроился, и в конце видео я вам покажу такое, сколько зарабатывает этот работник, ну, водитель инкассатора. Так что всем советую досмотреть до конца, это очень-очень круто. Так, ну и просто выбираем любой автомобиль, садимся в него и вбиваем Go Job. Ну это как обычно. Так, Go Job. И нам пишется, метка установлена, езжайте в Сан-Фиера и загрузите деньги. Развесить двигатель, пристегнуть ремень, конечно же включить фары. Так, ждем. Ну. Двигатель заглох. Заводим еще раз. Ну. Все, отлично. Так. Едем, значит. Ну, на самом деле, очень прикольная работа. Самое главное, это, как обычно, соблюдать правила дорожного движения. Потому что меня тут, я сколько уже пытался вот записать. И вот здесь, вот в этом месте, где-то, по-моему, где-то здесь... Меня постоянно ловили, что я превышал скорость, и вот в этом месте, да. Превышал скорость, и мне давали 300, штраф, короче, $300, и это полный капец. $300 несколько раз. Так, ясно, он опять не управляется, да, он такой не очень там управляемый, но зато быстрый. Вот. Я извиняюсь, что вчера не выходил видос вообще никакой. Просто вчера пришел поздно, говорю, сейчас запишу SkyWars. Захожу на Crystalix. Отлично, вообще можно тайм-код? Как я на двух колесах проехал. Захожу на Crystalix и написано. Вы забанены навсегда. Это меня просто убило, что навсегда. Главное за что? Я до этого вообще не играл, не заходил, вообще ничего не делал. Но каким-то образом меня забанили, за что, вот вопрос, я не знаю. Вот, ну что же, как бы, я потом, может быть, поговорю. Сейчас я хотел заснять на лицензионном сервере, но у меня что-то, так сказать, не пошло, да. Постоянно сливался, то еще что-то вчера, у меня вообще не сохранилось серии, где я затащил, сходил на мет и затащил, ну блин. Долбанная Camtasia Studio. Надо было сначала проверять настройки, а после этого уже снимать, да? Но вообще, на самом деле, очень печально было, когда я просрал, так сказать, одну серию. Ну, блин, ну... Вообще так было эпично. Первый, так сказать, победа на видос, да? Так я выигрывал, так иногда, да? Ну и на лицухе, как бы, я вчера вообще тащил был. Вот, бывают у меня такие дни, но не всегда, как бы. И, на самом деле, очень печально. Я так сильно расстроился, что выключил комп и перестал записывать. Вот. Ну, сейчас я поменял, но сейчас я опять же снимаю с Фрапса. Но Майнкрафт лучше снимать с Camtasia Studio. Потому что бандикам Фрапс, это сильно проседает FPS. И за бандикам, не знаю, потому что, наверное, сжимает файл, ну, сжимает видос. А Фрапса, потому что дохрена жрет памяти, что у меня один видос 50 гигов идет, да? Ну вот, ну а Camtasia Studio обычный, вообще отличный такой, я не знаю, программа для записи видео. На самом деле очень. Вот, ну что же, это было печально, еще раз говорю, и скорее всего завтра все-таки, или сегодня даже, может быть, выйдет из SkyWars, я постараюсь. Сервачок будет в описании. Так, сейчас уже ночь. Блин, ну я езду. В описании когда, короче, будет SkyWars, да. Ну так, может быть, я скажу, как он называется, и Солнце Тумане, может быть, кто-нибудь знает. Вот, ну ладно. У нас с вами $296. Мне $300 почему-то не пришли, которые я тогда заработал. Там кое-где, да? Ну, скорее всего, вы уже поняли, где. Вот. Это было вообще эпично, когда я узнал. Вот, ну что же. Сейчас мы, можно сказать, с вами в минусе. Но потому что тогда у нас было $400, сейчас у нас 296. Я, кстати, забыл, куда их слил. Так что напомните мне, пожалуйста, в комментариях напишите, куда я слил эти деньги. Я что-то уже не помню. Потому что я смотрю, просмотров нормально набирают, как бы.
Так что я буду, наверное, продолжать снимать. Почему бы и нет? Вообще мне нравится сам этот сервер, самый такой РПшный. Вот, ну ладно, мы с вами подъезжаем уже к банку ESF, будем его сейчас грабить. Ой, та-та-та-та-та-та. Хоть развернуло. Так, уезжаем. Почему-то, когда я работаю водителем инкассатора, я постоянно работаю ночью, да? Я вот так, когда захожу, я почему-то захожу, когда уже тут ночь в игре. Жалко, тут еще не по реальному времени, там тоже как-то очень печально. Так, ну ладно, сейчас мы до соточки загрузим уже и поедем. Все, отлично. Теперь мы едем разгружаться обратно в банк ВС. Вывел последнюю фару. Как я так мог? Давайте поедем, вот, например, вот. Тут что, нету от капота? Только так. Ай. Ну давайте попробуем, как так показался. Шумахеры, шумахеры мы с вами такие. Сейчас. Бочком такие. Бочком такие. Да, на нем, конечно, только бочком валить. Ну ладно. Так, как это? Вот так вот. Да, все нормально. И заходим также я в автосалон. Цены на ту машину, которую я хочу купить, очень прикольные. Ну, блин, чё вещает слово? Прикольно-прикольно. Цены на самом деле дешевые, также 200 тысяч та тачка стоит, которую я хочу. Да ёперный театр. Ёперный театр. Так что... Так что скоро накопим на дом, после этого, может быть, купим машину, но долго придется нам работать. Вот, ну и, наверное, хватит кататься нам по таким вот работам уже, у которых там для первого уровня, короче. Пора нам с вами уже серьезно зарабатывать бабки, вступить в какую-нибудь фракцию, может быть, даже в банду. Не знаю, как бы банды тут есть, но фракции должны быть. Вот, ну и сейчас онлайн небольшой, как бы сейчас школа, все, наверное, там... Учится сейчас, время хоть и 4 часа, сейчас делают, скорее всего, все уроки, и из-за этого, наверное, онлайн вообще 20-ка. И что-то ни одного админа, кстати, вроде. Ну ладно. Не суть, кстати. Мы с вами проехали 5 километров. Круто. Так, ладно, едем дальше. Сейчас мы увидим... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слава богу, еще живой, потому что я... В выходные пытался записать, как бы, как я работаю инкассатором. Ну, ой-ой-ой, еще и FPS проседает. Как я работаю водителем инкассации. Это, конечно, капец был. Сколько раз я переснимал? Сколько раз? Ой, я уже думал, вся память закончится. Да нет, не закончилось. 250 гигов еще осталось. Короче, 100 гигов я занял. То я просру что-нибудь там, то у меня... грузовичок сломается, то я улетел вообще в СФ там в воду и, короче, просто после этого закрыл сампу и сказал все нафиг снимать и ушел там. Все, вот, пожалуйста, дорогие друзья, вот что я вам и говорил, а опять я не доехал. У меня, конечно же, нет телефона, я не знаю, что мы сейчас с вами будем делать. Нет, ну серьезно, выходить нельзя, да? Кстати, заправка. Нам нужно... Надо было... Блин, я не успею добежать до заправки. Это... Там можно ремкомплект купить для тачки вроде. Ай, сразу глохнет, сразу глохнет. Ну, что же я буду делать? Что же я буду делать? Что же я буду делать, а, в таком случае, а? Скорее всего, ничего, я просто выйду сейчас из игры, короче, пень мне это все, пень. А сейчас я просто скажу, сколько зарабатывает водитель инкассатора. Ну, для этого сервера это, наверное, очень-очень много. 350 баксов, дорогие друзья, 350 баксов. Мы просто можем накопить этот дом, если так кататься, очень-очень быстро. Ну, правда, да, штрафы там, все дела, ну, это вообще пофигу, тут нету ничего-то ментов, не встречал я. Вот, ну и также, что я еще хотел сказать, да, и после этого, как вы привезете груз, вы получите 300 своих 50 долларов, и что же будет, да, что-то у меня сейчас вообще башка не думает,
Вам нужно будет подождать 20 минут, так сказать, отдохнуть от работы, и только после этого вы сможете дальше, опять же, поехать в СФ, собрать деньги и вернуться в ВВА, да? Отдыхаем по 20 минут, и вот так. Ну, также, если вы впервые на этом сервере, то, пожалуйста, введите мой ник. Кстати, у меня уже первый уровень. Вот так. Вот, мой ник, при регистрации я получу какой-то подарочек, так что... Если хотите, чтобы мы быстрее тут начали, я не знаю. Я даже не знаю, короче. Но нрпшить как-нибудь, так? Ну, короче, как обычно, тупо херней заниматься, так сказать. То, пожалуйста, введите мой ник, и, так сказать, экшен начнется. Вот. Ну что же, а с вами был Стивен. Если вы впервые на мой канале, то, конечно же, подпишитесь. Почему же не подписаться? И не поставить лайк, если вам понравилось. Ну и также, если вы хотите... не знаю, видеть какой-нибудь симулятор там или еще какую-нибудь игру, то пишите, конечно же, вниз под видео в комментарии. Ой, говорю, я вообще как-то... Да. Ну ладно, короче. Вот, ну что же. Всем удачи, всем пока. Да, долго я прощался. Еще раз, всем пока.